Одна из техник написания портрета маслом. Работа начинается с построения, где проверяются все линии портрета. Вначале, используя линии, мы добиваемся полного сходства, ориентируясь на основные линии. Если карандаш сыпется, в некоторых местах я использую шариковую ручку. Построение помогает понять, какую линию можно видоизменить. Например, продолжая линию рук, я могу видоизменить прическу, сделав ее более оригинальной. В то же время я ориентируюсь на другие линии, для того, чтобы та же прическа имела выразительную динамику. Подчиняясь линии общему смыслу работы. После чего я грунтую работу качественным клеем ПВА. Когда клей высыхает, я приступаю писать портрет масляными красками.